Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto E7 Plus изменить обои. Заходим в настройки. Далее экран. Обои. Выбираем из фотографии живые обои, либо же просто обои. И теперь выбираем, что нам нравится больше всего. Например, пейзажи. Давайте посмотрим, что нам больше всего нравится. Мне, наверное, нравится больше всего вот это. И я нажимаю «Установить как обои». У нас есть на выбор на экран блокировки, либо на главный экран на экран блокировки. Выберем сразу на оба экрана. Выходим. И как мы можем заметить, обои поменялись. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!